Здравствуйте. Есть первый 11 тонов, которые введены. Это 11 тонов на 90 тысяч. Значит, срок освоения 1 год и 8 месяцев до первой фазы. Обычный срок 2 и 1 год. Вот стандарт. Здравствуйте. Привет. Привет. Школа Печерлинская. Здесь садик на 220. Школа Печерлинская. Тут больше никогда совсем. Значит, старая зона. Это вот проспект наш. Это проспект университетская набережная. Причем набережная я летаю далеко, мимо. Вот это не наш. Это такое вообще популярное место считается здесь. Популярное, но вот если я у тебя университет организирую, все есть. Надо делать будет, куда деваться. Дальше осуществляем все работы, плавный переход на эксплуатацию. То есть, по сути, вы гаранты, да, того, что застройщик нормальный. Здравствуйте. Застройщиком выполняем функцию заселения. Вот он пришел один раз, все, лицевой счет вот это получил, и взял ключи, и если он желает прямо сейчас заехать в квартиру, он заезжает. Здесь вы просто передаете ключи. А это просто вот у нас как бы, ну вот сейчас готовимся к заселению, мы в июне месяце заселим. То есть конкретная квартира, конкретный дом. Да. Мы вот в июне месяце, наверное, за две недели должны заселить 2500 квартир. Ключевые люди, да? Да. Вот это общение происходит через электронные коммуникации. Да, то есть открыт сайт у нас и через сайт пользуются. Могут передавать показания приборов все. У нас сейчас до 65%. То, что передают. Вы передавать можете, я не сомневаюсь, но люди-то этим пользуются. Нет, так. Они передают, люди. Нет, ну это, да, так, как по-честному, вы... это востребованная история. Вот вы знаете, я хочу сказать, меня что поражает, ночью пишут. Нет, это безусловно за этим будущее, чем просиживать это в кабинетах. Надо просто, чтобы люди тоже к этому привыкли. Потому что, знаете, когда обычно так приходишь, там о чем-то попросишь или наоборот там накричишь, считается, что вот эффект есть, а что-то отправил в неизвестном направлении из email, там непонятно, пришло, не пришло, какая реакция будет. Ну раз пишут, значит работает. Да, спасибо, до свидания. Успехов всем, здоровья, счастливо. Всероссийский форум ЖКХ «Новое качество» начинает свою работу. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мы с вами встречаемся на форуме, который посвящен очень сложной сфере, жилищно-коммунальному хозяйству. Действительно, это одна из крупнейших отраслей нашей экономики. В сфере жилищно-коммунального хозяйства трудятся 2 миллиона человек. Но специфика ЖКХ, в отличие от многих других отраслей деятельности, заключается в том, что чем лучше работает эта отрасль, тем меньше ее видно. Но как только что-то происходит, от ее надежности действительно зависит жизнь абсолютно любого человека, абсолютно любого гражданина нашей страны. На самом деле это единственный сектор практически, который касается всех без исключения. Проблемы могут возникнуть у любого человека. Я уверен, что если мы как следует навалимся на эту работу, мы сможем добиться качественных изменений в жилищно-коммунальной отрасли.